К событиям культуры. В пятницу в торжественной обстановке состоялось открытие фотовыставки «Россия многонациональная. Преемственность поколений» в рамках межрегиональной фотовыставки и всероссийского конкурса фототворчества «Этнокультурное пространство. Возрождение семейных традиций». На мероприятии побывала Анастасия Новичкова. В музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной состоялось открытие фотовыставки «Россия многонациональная. Преемственность поколений». Выставка посвящена году семьи. Фотоработы позволяют увидеть уникальную и разнообразную культуру народов России. На Тверской экспозиции представлены около 40 фотографий. Здесь можно увидеть работы, отражающие свадебные, хозяйственные, ремесленные, музыкальные традиции, народные праздники, игры, традиционные единоборства и состязания, танцевальные традиции, обрядовые комплексы и национальные костюмы народов России. Для областного дома народного творчества, как для учреждения, которое тоже сохраняет традиции фотолюбительства, вот эта выставка, она знаковая еще в части проведения методической работы, ведь на основе этой выставки пройдут и мастер-классы, и семинары. Эта выставка является результатом совместной работы Тверского областного дома народного творчества и Центра культуры народов России Государственного российского дома народного творчества имени Поленова. Особую гордость у организаторов вызывает работа тверского фотохудожника Юлии Близнецовой, которая является украшением выставки и отражает богатую культуру Тверского края. Визуализация того, что происходит, тематическая визуализация, она помогает всем, невзирая на то, что на каком языке мы говорим, кем мы являемся по профессии, понять, что все-таки естественным образом сегодня происходит в нашей стране. Мероприятие – продолжение масштабного выставочного проекта «Сила традиций народа Российской Федерации», который в 2022 году объединил 15 регионов и более 10 тысяч зрителей. В Твери выставка будет работать до 13 июля.